Скоро наступает пора прощаться с символом 2023 года, с кроликом. А это значит, в преддверии Нового года торговые центры уже готовятся к волшебному и праздничному оформлению. И, как я уже сказала, символ Нового года является его незаменимым атрибутом. Мы изготавливаем фигуры из стеклопластика. Рядом со мной стоят чудесные фигуры тигров, с которыми мы попрощались в прошлом году. А новый 2024 год, год дракона, мы будем встречать и готовиться к нему уже сейчас. Но более подробно о фигурах драконов, символы 2024 года, мы вам расскажем в следующих видеообзорах. А сегодня я поделюсь с вами интересными лайфхаками, как же оформить торговые центры и входные группы в преддверии праздников. Естественно, незаменимым атрибутом являются металлические консоли, которые могут служить не только в виде декора, но и в качестве указателей. Так как мы изготавливаем методом лазерной резки различные металлические элементы, сюда мы можем нанести абсолютно любое название. Рекламный лозунг, призыв, название вашего магазина или поздравление с Новым годом. Все заказы на индивидуальное изготовление оформляются по указанным ниже телефонам. Связывайтесь с нашими менеджерами. Что касается новогоднего декора из металла, обратите внимание на новинку нашего производства в этом сезоне. Металлические шары, полигональные фигуры, очень легкие, необычайно стильные, выполнены в различных цветах. Более подробно о их преимуществах вы можете посмотреть в видеоролике по ссылке выше. Полигональные фигуры в новогодней тематике мы изготавливаем в нескольких размерах, от самых крошечных до необычайно больших. Также не забывайте, их можно использовать с подсветкой, что придаст нотку еще большего волшебства в новогоднем оформлении. Металлический декор имеет легкий вес, необычайно надежен и функционален. Не забывайте, что его можно также подвесить. Я вам советую при новогоднем оформлении составлять целые композиции. Возможно, это будут сказочные сюжеты, возможно, это будет продуманная картинка с использованием металлического декора, светодиодных фигур и фигур из стеклопластика. Самое главное, выдерживайте все в одном стиле. Обращайте внимание на сочетание цветов. Отдельно хочу сказать про фигуры из стеклопластика нашего производства. Их можно устанавливать не только внутри торгового центра, но также и снаружи. Им не страшны никакие осадки. Вы уже сейчас можете начать готовиться к новогоднему оформлению и помочь погрузиться вашим гостям в атмосферу чудес и сказок. Мы изготавливаем фигуры из стеклопластика в новогодней тематике различных размеров. Это могут быть олени в натуральную величину, либо совсем крошечные кролики и зайцы. Также не забывайте про символ грядущего 2024 года. Обратите внимание, что у нас в наличии имеются фигуры Дед Морозов, Снегурочек, огромных подарков, необычайных солдатиков и щелкунчиков. В общем, все на любой вкус для того, чтобы вы смогли составить именно ту композицию, именно ту фотозону, которая понравится вам и вашим гостям. Так как мы изготавливаем качественный и функциональный декор, вы можете использовать его и на следующий год, стоит всего лишь поменять интересную картинку. Вы уже сейчас можете сделать заказ на нашем сайте. Для вашего удобства все новогодние фигуры и новогодний декор мы собрали в определенную категорию «Новый год 2024». А если у вас возникли вопросы, либо вы хотите изготовить что-то индивидуальное, уникальное, по вашему неповторимому дизайну, обязательно связывайтесь с нашими специалистами и будьте неповторимыми в новом 2024 году.